Андрей Андреевич Вознесенский, и, собственно, его стихи «Пошли мне Господь второго», которые пел Высоцкий в свое время, и послужили толчком таким для написания этой песни. Я был в то время один, и ну вот какими-то мольбами, такими шаманством стихотворным пытался вызвать дух невидимой любимой из небытия и материализовать его. Боже, пошли мне равными. Тайною мир райный, сердце в ряду мечты, Господи, дай мне равную, если всесилен ты. Видно, лукавым пойман я тем, что всегда один, ведь хорошо с собою мне, точно я андрогин. Ведь хорошо с собою мне, точно я андрогин. Пусть на картину женщина ляжет, как светотень, и красотой внувенчана ночь превратит мне в день. Ласковая и славная, света в очах не счесть. Боже, пошли мне равную, если такая есть. Боже, пошли мне равную, если такая есть. Боже, пошли мне нежную, словно твоя рука, чистую или грешную, лишь бы была тонка, станом умом и тайною мыслями о былом. Боже, пошли мне равную в мой опустелый дом. Боже, пошли мне равную в мой опустелый дом. Что-то не вард мне с крыльями, бьет по мозгам предел, но красоту надкрыл бы я, женщиной полетел. С неба сыпан манною, тихо шепчу в веках, Боже, пошли мне равную, Сирия, о Бог и наг. Боже, пошли мне равную, Сирия, о Бог и наг. Ласковую и славную, светом в очах не счесть. Боже, пошли мне равную, если такая есть.